Наш гостевой дом в Суздале называется «Колокольцы», потому что там собрана большая коллекция русских колокольчиков и свистулек. И наши гости и из России, и из других стран мира с большим удовольствием их разглядывают, да звон их слушают. Ой, прошу прощения, свалился. Ладно, я его в руках подержу. Какая коробка. Счастье. Удачи, счастья. Он еще именной. Ой, какая красота. Ой, какой звонкий. И гости наши даже такую традицию завели. Пополняют нашу коллекцию своими подарками. Брайан – профессиональный фотограф из США. Специально приезжал в Суздаль для фотосъемок города. В гостевом доме «Колокольцы» гость из Нью-Йорка, Брайан. Он решил продолжить нашу традицию, подарить нам, нашему дому, сувенир – колокольчик, которых у нас уже большая коллекция. Он хочет это сделать именно сейчас. I wanted to say a big thank you to Vladimir. We've had the most amazing time. He has a beautiful bell collection, so now he has one more bell to add to his collection. Большое спасибо. Удачного путешествия. Приезжайте еще. Thank you.